Александр Малинин выступил в Химках во Дворце культуры «Гродина». Тем самым он продолжил серию своих концертов «Серебряный бал». Со сцены звучали романсы. Именно этот жанр принес ему популярность и всенародную любовь. Я с огромным удовольствием приехал в ваш славный город, чтобы спеть вам мои лучшие песни. В творческом багаже певца несколько выдающихся программ. Пасхальный бал моей души, рождественский бал Александра Малинина, девятый бал, звездный бал, бал берега моей жизни. Предстоящий серебряный бал станет продолжением этой масштабной серии. Мы знаем, что его творчество, оно какое-то действительно очень проникновенное. А сейчас такой какой-то открытости нам не хватает далеко. И я думаю, что за этим люди и идут, именно за искренностью. А что ждет тебя от концерта? Песни хорошие. А какие любимые романсы? Любимые романсы? Все. Ну, назовите парочку. Очень черные. Так, еще. Гори, гори, моя звезда. Будете подпевать? Петь буду. Александру Малинину принадлежит исполнение таких композиций, как «Гори, гори, моя звезда», «Напрасные слова», «Летняя ночь», «Леди Гамильтон», «Белый конь» и многие другие.